В Актобе открыли представительство Казахстанского института стратегических исследований. Оно будет находиться на базе университета имени Жубанова. Это первый проект КСИ, который реализуется совместно с региональным вузом. По словам специалистов, объединение кадрового потенциала, ресурсов института стратегических исследований и университета даст дополнительный импульс развитию региональных исследований. Как отмечают в вузе, с помощью сотрудничества здесь намерены усиливать подготовку социологов, политологов, историков и экономистов. А наличие представительства в регионе позволит институту получать и анализировать информацию более оперативно. Нам нужно изучать регионы, нам нужно знать, какие есть настроения в регионах, на что народ уделяет здесь внимание, что их тревожит. Для чего? Для того, чтобы совместно искать какие-то решения. То есть вопросы безработицы, вопросы именно дорог, вопросы именно здравоохранения, экологии. Ну, то есть те вопросы, в принципе, которые характерны для всего Казахстана, но именно с региональной повесткой мы хотим именно с региональными экспертами. Почему? Потому что это очень важно, развивать именно региональную экспертизу.